Всем привет, YouTube, привет. Вот теперь уже речь пойдет о инструменте, купленном в ЦАТе по акции. Вот набор крючочков 24 тут единицы, и вот их видно, тут они с такими интересными ручками. Это уже мой набор пришел. Вот единственное отличие от того набора, который я заказывал, у них не было вот таких вот. Вот один, и вот он второй, два крючочка. Они мне долго не высылали, не было у них в наличии, и в итоге они потом мне положили из нового премиального набора, так сказать, вот такие два крючка, которые, так сказать, с другой чуть серии, более модные, более мощные. Вот, и к ним еще есть насадочки под руку, это я потом позже покажу. Вот, также я выложу ссылочку про этот наборчик. Еще раз повторюсь, цена адекватная, хорошая, мне понравилась. Я его купил, приобрел по акции, там, по-моему, около 16 тысяч. Вот, наборчик хороший, весь инструмент такой закаленный, упертый, в то же время они как бы вот подгибаются, но не сгибаются. Инструментик каленый. Это и плюс, и минус. Почему? Потому что, допустим, иногда вот мои ковырялочки, как я их называю, вот тут их много всяких разных, понаделано вот таких. Этот инструмент тоже сделан с нержавеечки. Но его можно подгибать, разгибать ни один, ни два раза. Этот инструментик каленый, его, я думаю, не стоит подгибать. Вот. Почему? Потому что, ну, я так думаю, что раз оно каленое, его либо отпускать надо подгибать, либо еще что-то. То есть это инструмент, ну, как бы, не меняющий геометрию свою. Вот. И поэтому я как бы и взял. Особенно меня интересовали вот такие вот крючки, которые длинные. Вот ими в маленькое отверстие можно заходить и на удалении в недоступных местах ремонтировать вмятинки. Поэтому, собственно, я и взял такой инструментик. Вот, поскольку, еще раз повторюсь, удобные ручечки, все красиво, аккуратно исполнено, и как я уже в предыдущих видео говорил, качество меня устроило, поэтому, собственно, и купил. На вот этих двух крючочках, которые более такие модные, тут у них еще что, значит, есть вот такие вот мягенькие с какого-то материала накладочки, которые можно одевать на ручку. Вот, в принципе, по зиме, я так думаю, будет удобно, потому что все-таки по зиме прохладно в помещениях, инструмент холодный, его будет приятнее в руках держать. И вот они съемные. В принципе, можно будет сделать какую-нибудь хитрую ручку с переходником, чтобы ковырять и так, и так. Вот это я тему думаю, что надо будет развить немножко. Вот. Или опять же какую-то ручку, там удлинитель, переходник сделать для того, чтобы большее усилие сделать. Вот. Точно так же по этой аналогии я вот взял, забыл я как называется, эта красота, то же самое, она идет на кондиционерах, на отоплении, трубах, вот такой пластик, он мягенький, копеечный. Вот, можно то же самое одевать на другие ручки, других размеров подобрать. Тоже кому-то понравится работать таким образом. Вот, ну что, уже в принципе в двух фильмах все сказано. Скажем так, мое мнение, что тут высказывать. Если бы мне инструмент не понравился, и мне он, как говорится, не подходил ни по цене, ни по качеству, я бы его не стал брать. А так я его взял из-за того, что, еще раз повторюсь, он жесткий, каленый. Вот, загибчики все сделаны, я считаю, неплохо. Вот, окончание инструментов, все сделано аккуратненько, поэтому я решил себе его приобрести и дополнить свою коллекцию. Естественно, что-то из того, что у меня было сделано
мне не нужно дублировалось, я это все уже убрал. Вот. Либо это будет инструмент изготовлен под что-то. Вот. А так вот инструмент занял свое место у меня на стене. И вот так вот эта вся красота теперь выглядит. Вот, немножко привел этот в порядок, разобрал, что лишнее поубирал, что дублировалось, что мне не нужно. Вот этот инструмент 24 крючочка, в принципе, тут много чего им можно порешать, поделать, так что вот так вот. Как я и обещался, я видео выложу, вот пришел инструмент теперь, и я им буду работать. Все, всем спасибо, пока-пока.